Hoću prvih pozdraviti komandu s pobedi, sa kubkom. Očin šťastljiv dla rebjata, oni je to zaslužili. Koratki analiz, kak što slučilo zdjes god nazad, mi prosto tam tih 8 turov udačno igrali i uspješno i popalili prijamo Ligu čempionov, pa tom načali sezon otlično, igrali hroših igr Lige čempionov, no uopšte neudačno zakončili prvi čas sezona. Potom sabrali se na zborah, ja prosto poštjustvoval što komanda u nas pojavila se i rebjata malci, oni zaslužili eta kubok, eta trofej se vodnja, eta ih trofej. Tože hoću, no, u nas haroša serija, 12 igri, 12 pobedi, jedna niča i jednu proigrali, eto i vtoroj časti sezona, ja dumaju nje ploh. Tože hoću pozdraviti Boljelišikov se vodnje za žosku podršku, u nas jo po drugomu, kada oni nam za spinu. I kak i skazal, sve zaslugi igrakami, oni prosto de menja malaci i ja hoću što bi se vodnje večerom, možda biti zavtra, se i čas dogovorim s Abetom, praznovali kak nada, pa je tomu što nada znati praznovat važnije dni, a potom se brali što sili dva dnja za konec sezona, za poslednji tur. Честно, мы вообще не были удивлены за то, что первый тайм они прямо нас прессинговали, и нашу игру, то плана игры не получилось. Но самое главное, что после перерыва наша команда изменили. Мы разговаривали между собой, с Марко. И у нас совсем по-другому. И потому что мы были уверены, что мы сильнее. И уходить отсюда без кубка вообще не была наша цель. И молодец вся команда, молодцы болельщики, которые, как Марк сказал, как всегда, они нам поддержат сильно. И поздравляю все, кто болеет за Локу и все команды. Марко, почему со стороны Локомотива перед финалом было мало комментариев про кубок? Потому что крылья советов много комментировали, что они хотят выиграть этот матч. Локомотив молчал. Это просто понятно, что мы хотим выиграть. Это просто что, как по-другому. Мне это непонятный совсем вопрос с уважением. Так, мы хотим выиграть каждую игру, особенно таких важных игр, как финалы кубка. Я говорил перед игрой, это игры надо выигрывать. Можешь играть по-разному, можешь играть, получать удовольствие, можешь играть так, без дисциплины, можешь играть по-разному, но на финале у меня третье у три разные страны. Слава Богу, все три выигрывали. Мне очень нравится, когда серебро у нас. А сегодня есть, и, как Гиля сказал, просто на перерыву собрались и просто, как сказал, решили до конца, что это будет наше. Когда был сейф, ты дотянулся до мяча, и пятый мяч потом в штангу попал. Как вообще тебе удалось это сделать? Вопрос от журналиста. Ну, что... знаешь, это не работа каждый день, чтобы помогать команде. Это моя дела. Я должен быть там, когда нужно, и у меня... Но я старался, у меня получилось спасать команду, и вот так. Смолов заработал пенальти и сам взял мяч и, ну, сказал, что он будет бить. Это был тренерский план или это было на месте решение? Ну, там два было написано, Хриковик и Смолов. Как они решили, чтобы Смолов бил, это их ответственность, так сказать. И, слава Богу, получилось. Стандартный вопрос, как здоровье сейчас у Баринова и Чорлуки? Ну, это еще непонятно, нормально. Чорлука вообще последние две недели, я очень счастлив, что он пришел на поле. Сегодня это большое желание у него было. А Баринов, ну, можно быть, напрягнул, что там, но думаю, ничего серьезного. Что было в раздевалке? Как вы, какой план был от вас команде на второй тайм? Ну, просто это легко сейчас говорить, быть умным после игры, нормально, как и сказал, чуть-чуть успокоились ментально, а добавили энергию, это было важно за второй тайм, поменяли одну или две вещи так-то чисто в игре, и не было сразу видно, что во втором тайме игра в наших руках.
Первый тайм частного крыла было намного лучше. Но я думаю, на второй тайм мы поставили вещи на свое место. Логичный вопрос. Какие чувства вы испытываете после первого выигранного трофея с Локомотивом? Ну, счастлив, как и сказать, нормально. Первый год здесь, это был сложный год за нами, как сказал, было много успехов, было и трудных дней за нами. Но вообще это второй час сезона, я считаю, очень успешный. Я думаю, что мы самая успешная команда в России это второго отрезка сезона. И я счастлив, поэтому и нормально и по кубоку. Это еще один трофей, первый мой трофей России. Очень горжусь этим и нормально, хочу еще, я всегда хочу еще. И еще один вопрос заключительный. Насколько быстро удалось забыть команде вам поражение от «Зенита» и насколько быстро удастся забыть, наверное, эту победу сегодня, потому что еще есть одна игра? Да, есть одна игра и важная игра, но надо праздновать, я сказал. Если команда не знает праздновать, то эта команда не будет не выигрывать трофей. Так сегодня вечером надо праздновать. Можно быть и завтра, это будем решить сейчас. А уже пятница, концентрация, у нас еще одна важная игра. Я считаю, что в футболу все возможно.